92 человека без вести пропавших разыскали полицейские региона с начала года. Это одна из важных линий работы сотрудников криминальной полиции. Полицейские отмечают, что значительную долю пропавших составляют две категории людей. Те, кто уезжает на заработки, не сообщив о маршруте родным, и те, кого уводит из дома привычка к спиртному. Всегда следует ставить близких в известность о своих планах, отмечают полицейские. В каждом розыске задействованы большие человеческие ресурсы. Кроме полицейских, пропавших ищут волонтеры из клуба «Комкор» и общества «Лидер КЗ». Добровольцы приходят на помощь, выезжают в районы, активно работают в соцсетях. Всего в 2020 году в Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 93 без вести пропавших человека. Из них 17 склонных к злоупотреблению алкоголем. В настоящий момент разыскано 92 человека. Кроме того, не прекращается работа по розыску людей, пропавших в прошлые годы. Таких на сегодня в области 44.